Посол по особым поручениям МИД Абхазии Вито Гритани стал героем репортажа Центрального канала итальянского телевидения. Он рассказал о своем участии в качестве наблюдателя от Абхазии в референдуме в Донецкой Народной Республике. За перевод репортажа с итальянского благодарим посла по особым поручениям МИД Республики Кана Тани, который возглавлял делегацию наблюдателей из Абхазии в ДНР. Этот нелепый референдум назвали фарсом. Для удостоверения прозрачности Путин пригласил международных наблюдателей, среди которых были и итальянцы. Кто эти итальянцы, которые были наблюдателями? Давайте смотреть. Украина альбия и референдум nelle aree occupate per l'annessione a Mosca, Kiev, una farsa. Да, ребята, жирным ставлю, да. Di fronte alle critiche internazionali, l'autoproclamata Repubblica di Donetsk dichiara che 130 cosiddetti osservatori stranieri vigilano sulle operazioni elettorali. Нас пригласили из ЦИКов Донецкой и Луганской республик, естественно, официальным письмом. Я представляю Республику Абхазия, поэтому имею некоторые контакты с упомянутыми выше республиками. Я уже был в Крыму в 2014 году, а сейчас я принял приглашение посла по особым поручениям МИД Абхазии, который был главой итальянской делегации, состоявшей из 13 человек разных профессий – журналистов, политиков, предпринимателей. Я посол по особым поручениям этого государства, и я забочусь о наших гражданах, которые живут в странах Европейского Союза. Я не являюсь послом в Италии, так как она пока еще нас не признает. Мы не оккупированы русскими, как об этом говорят на Западе. И Донецк, и Луганск тоже русскими не оккупированы. Избирательные участки были как внутри зданий, так и два участка, которые я видел, были снаружи. Опасаясь нападений со стороны Украины, они периодически выносили урну в разные места и давали возможность голосовать. А потом, когда ситуация успокаивалась, возвращали ее в здание на стационарный избирательный участок. Также было поквартирное голосование. Мы не видели ни одного человека с оружием, который заставлял бы силой людей голосовать. Этот референдум – это помощь жителям республики областей, которые хотели свободы. Есть те, кто говорил об аннексии, потому что этот термин используется в западных СМИ. Но аннексия делается силой, а то, что мы видели, не было сделано силой.